2, Анастасия Соловьева, Россия. На 3, Лорел Смит, США. Lane 3, Лорел Смит, USA. 4, дорожка чемпионка панамериканских игр Ивет Льюис, Соединенные Штаты. On lane 4 is Pan-American champion Ивет Льюис, USA. 5, дорожка Татьяна Дегтярева, Россия. Lane 5, Татьяна Дегтярева, Россия. На 6, Виктория Гапова, Россия. Lane 6, Виктория Гапова, Россия. И вновь мы смотрим и болеем, потому что двое первых напрямую выходят в финал. Но здесь серьезное преимущество чемпионки панамериканских игр Ивет Льюис. Ивет Льюис is a winner of the third hit. 8 and 12 preliminary. Официальные результаты в этом 8.11. Нас с вами ждет потрясающее зрелище в финале. И надеемся на очень высокий результат.